Бразилия выбирает лучшие женские ягодицы. В стране стартовал ежегодный популярный конкурс «Мисс Бум-Бум». В нем участвуют 27 красоток. Состязание проходит уже в 7-й раз, и в этом году за победу сражаются не только местные девушки. Среди претенденток есть американка, кстати, модель журнала Playboy. Она стала первой участницей из США в истории «Мисс Бум-Бум». Сейчас очень ответственный этап конкурса. Зрители должны выбрать из 27 девушек лишь 15, которые и поборются за титул в финале. Имя обладательницы самых красивых ягодиц станет известно в ноябре. Королева бразильской красоты получит серьезный денежный приз, профессиональную съемку для мужского журнала, ну и, конечно же, популярность.